Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. По середах, як завжди, у цій порі ми спілкуємося з юридичних питань. Телефон нашої студії 47-74-72. І тема нашої сьогоднішньої розмови – договір дарування чи довічного утримання догляду. Гість нашої студії – Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, пані Вікторія. Сподіваюся, що сьогодні будуть телефонні дзвінки, адже тема така цікава. Що саме таке поняття договір дарування, ми будемо сьогодні говорити і роз'яснимо нашим глядачам, що таке договір довічного утримання догляду. А, власне, давайте роз'яснимо на початку нашої програми, чим вони відрізняються. Це ідентичні поняття чи ні? Ну, важно отметить, что действительно это разные понятия: договор дарения и договор пожизненного содержания ухода. Но они в основном заключаются при наиболее распространенные случаи. Это когда вот пожилой человек, да, становится вопрос, что некому ухаживать за ним. И появляется лицо, которое готово ухаживать, вот, и становится вопрос, что у пожилого человека есть какое-то имущество, либо то недвижимое имущество, либо то движимое имущество, и которое это лицо готово передать в знак того, что тот будет содержать, тот противоположная сторона. Вот. Здесь важно понимать, что при договоре дарения у нас момент перехода права собственности от лица, которое дарит, и к одаряемому с момента подписания договора, да, там есть немного оговорки, но основной момент, то есть то лицо, которое получило в дар, оно является полноправным собственником, может распоряжаться, вот, и основным моментом это договор является бесплатным, то есть лицо, которое получает в дар имущество, оно никакие обязанности не несет, ну, то есть не обязано содержать, вот. А договор пожизненного содержания ухода, там основным моментом является то, что при передаче имущества лицо, которое получило имущество, то есть получатель, обязано содержать, материально содержать и ухаживать за лицом. Да. То есть это как можно привести пример, что да, там бабушка или дедушка, они хотят содержание пожизненного ухода за собой. Вот. А лицо говорит, что я согласен, но давайте оформим договор дарения. Да? То есть здесь нужно понимать четко обязанности и права, которые возникают и вытекают, это не одно и то же. Ну, мы, власне, будем про это говорить, но сейчас на початку программы з'ясували, что договор дарования або довічного утримання догляду – это разные понятия. Да. Если каже хтось там, онук каже, бабуся, подаруй мне квартиру, а бабуся має на увазі зовсім інше поняття. Це маємо розмежувати. Так. Поняття договір дарування. Хто є сторонами такого договору? Сторонами по договору дарения є даритель и одаряемый, то есть сторона, у которого есть имущество, которое будет дарить, и противоположная сторона, которая принимает в дар имущество. Вот. Здесь важно отметить, что договор безоплатный, то есть то лицо, которое получает право собственности, оно не обязано никакие там денежные суммы вот, возмещать или давать. При этом то лицо, которое дарит, оно не имеет права требовать взамен какие-то там услуги, содержание или, ну, то есть все что угодно, что касается материальных благ. Але, власне, нотаріальне оформлення, хто оплачує, я ж розумію, да, що це. То есть, ну, здесь не как бы, да, да, бывает по-разному. Это может и собственник, а может и то лицо, которое получает дар. То есть здесь это уже как бы не... Як домовляться, да? Это не является, то есть оформление нотариуса и оплата услуг нотариуса, это не является уплачиванием, то есть за дар самого имущества. Що може дарувати? Дарити можна в першу чергу, то есть это вещи быта, да, то есть это могут быть как там личные вещи какие-либо. Вот так это может быть движимое, недвижимое имущество. И уже в зависимости от какое имущество дарится, у нас и возникают определённые, то есть как договор должен соблюдаться. Якщо майно знаходиться у спільній власності, тут є якісь особливості дарування? Да. Есть такая информация, то есть о том, что если у нас лицо, то есть, допустим, лицу принадлежит часть, например, дома, да, то есть на праве совместной собственности, то мы дарим эту часть с разрешения второго из супругов или
иных собственников этого имущества. Які, можливо, якісь є види або особливості оформлення такого договору? Существует, да, существует. То есть договор может заключаться в устной форме, если это являются какие-то недорогие вещи, да, возможно. То есть если у нас это являются, то есть как бы вещи дорогостоящие, у нас обязательно договор письменный. Если договор, если сумма имущества, которое передается у нас выше 50 необлагаемых налогом минимумов доходов у граждан, то есть это выше 850 гривен на сегодняшний день, то это обязательно, помимо того, что это письменная форма, это нотариальное удостоверение договора. То есть если мы говорим о недвижимом или движимом имуществе, то в этом случае в любом мы обращаемся, мы должны обратиться к нотариусу для того, щоб ця сделка була дійсна. Скажіть, будь ласка, що потрібно знати при укладанні правочину такого? Чи ви сказали, що є обов'язки у певних сторін? Да, существуют обязанности, то есть основные моменты, которые нужно знать о том, что договор дарения основное, то есть исковая давность, если вдруг договор там был на какие-то, то есть нюансы там неписьменные и так далее, то есть он может быть расторжен. Но если права, допустим, обоих сторон были нарушены, да, или какой-то из сторон, то в судебном порядке мы можем защитить свои права только в течение года. То есть на договора дарения распространяется исковая давность сроком 1 год с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. То есть не с момента заключения договора, вот, ну бывает, хотя если права нарушены, то с момента, либо с того момента, либо с того момента, когда лицо узнало о своих нарушении своих прав. Якщо права порушені, то має встановити тільки суд, так? Да, чи только, дійсно да, вони порушені? Да, розтерження договору тільки в судовому порядку. І на це треба довести підстави, власне. Обязательно должны быть письменные доказательства. И могу сказать с практики, что такие виды договоров, они очень сложно доказываемы, что какой-то там был факт, ну, то есть неправомерный с какой-либо из сторон. При этом тоже стоит отметить, что если, допустим, собственник, то есть даритель, если он передает в дар имущество, он обязан уведомить лицо, которое будет получателем, о каких-либо существующих недостатках этого имущества. Да? Если эта машина, там, возможно, там где-то в чем-то она неисправна, либо есть какие-то там видимые или на глаз невидимые, но внутри какие-то есть там повреждения или ну, всевозможные. То есть если это там жилое имущество, возможно, там какие-то тоже есть свои нюансы, да, там проводка, ну и так далее. Это может быть ну, как бы достаточно разные обстоятельства. Власне, ну, коли дві сторони у нотаріуса присутні, вони ж можуть це в договорі? Чи це не обов'язково нет, робити? Ні, це обов'язково, це якби, да. Тобто, существує у нас гражданський кодекс, в якому перечислені всі основні статті, і договор, коли заключається у нотаріуса, там указані всі ці статті, тобто права і обов'язанності обох сторон, відповідальність сторон за, допустим, сокрытие какой-то інформації, неувідомлення, тобто, це все прописується в договорі. А якщо, допустим, інформація була не прописана, то це витікає із законодавства, яке регулює дане правовідносини. Тобто, допустим, если собственник, даря имущество, утаил какую-то информацию, да, и в итоге, то есть вследствие та сторона, которая стала получателем, там, претерпела какие-то там, либо здоровье, там, либо может там вплоть до смерти, да, то есть то лицо, которое дарило, оно обязано будет возместить ущерб, ну, потому что как бы скрыло информацию. Угу. Вот, то есть это важно. Такие нюансы, да. Скажіть, будь ласка, якщо все ж таки ви сказали, що може бути договір дарування спростований судом у судовому порядку, для цього законодавством виписані певні причини, з яких це може статися причиною? Приклади да, можете да, навести? Да, безусловно. То есть, если одна из сторон не соблюдает договор, да, то есть, если, допустим, собственник, который передал, он требует денежное вознаграждение. И, то есть такой договор может быть расторгнут. То есть ну, как бы дальше основные моменты, какие еще могут быть, это если, допустим, лицо было там недееспособное, то есть либо ну, то есть какие-то нюансы, которые противоречат законодательству. То есть если этот договор был в письменной форме, но не удостоверен нотариально, либо не заключен в письме, то есть либо устно они договорились, да, то есть это не возникает последующих никаких последствий, правовых последствий для распоряжения этим имуществом. Термины передачи майна. Чи існують такі терміни? Да, существують терміни, сроки. Основні – це вот з моменту заключення підписання договору, то есть з цього моменту лицо, которое приняло в дар, оно становится собственником. Опять же, здесь еще должно отметить, что приняло в дар, то есть вторая сторона, здесь основным тоже моментом является то, что вторая сторона, которая одаряемый, он должен принять, то есть выразить свое согласие о том, что он принимает в дар.
И на законодательном уровне это прописано таким образом, что если лицо передало там ключи, либо каким-то, либо письма там они подписали, да, если лицо не возразило против того, что нет, я не хочу, я не принимаю, соответственно, лицо приняло в дар. И, соответственно, договор заключен. Вот. И, то есть, если второе лицо против этого, то договор, соответственно, не будет являться заключенным. Угу. Ми працюємо в прямому ефірі і говоримо з приводу теми договір дарування чи довічного отримання догляду. Телефон 47-74-72. Якщо у вас є питання або уточнення, будь ласка, телефонуйте. Ще є час, ми зможемо відповісти. Скажіть, будь ласка, за яких обставин договір може бути припинено? Ну, вот сейчас я еще отмечу по поводу того, что это если сразу у нас с момента подписания вступает в право собственности, то есть одаряемый получает. Также это может быть прописано в договоре дарения, что в будущем перейдут права и ну, обязанности по какому виду имущества. Например, если там, лицо дарит, например, своему сыну или ребенку имущество, но право собственности получает только с того момента, когда у него появится ребенок, например, там, внук для этого собственника. Да? То есть если эти условия не соблюдены, то в этом случае имущество в дар не переходит. Здесь также важно отметить, что если, например, до этого момента лицо умирает, допустим, собственник там, то договор считается незаключенным. То есть, если не соблюдены все существенные условия договора. Ну, власне, давайте перейдемо до іншого договору утримання або, як називають, договору догляду. Да. Договор пожизненного содержания ухода, то есть здесь какие основные нюансы? Да? Ну, стороны по договору, это у нас идет отчуждатель и получатель, да, то есть принимающая сторона. Основным моментом договора, что передача имущества, ну, здесь, как правило, говорится о там, недвижимом или движимом имуществе, которое ценное. Так уж это квартира, да, можливо, там, речи дом, якісь. Да, да. То есть и здесь, то есть одна сторона передает, и она ожидает получить содержание и уход пожизненно, то есть этого лица. А вторая сторона получает, получает имущество и обязуется соблюдать вот эти вот существенные условия договора. То есть в этом договоре у нотариуса прописывается, то есть это настолько детальный договор, что вплоть до того, что можно прописать, там, кормить там столько-то раз в день, то есть необходимо такой-то уход, там, душ, стирка, то есть это максимально детально прописывается у нотариуса. Вот, чтобы потом как бы лицо могло требовать действительно, потому что, как бы, что прописано в договоре, то и, по сути, мы и требуем. Ну, власне, продумати якісь певні там нюанси и прийти вже до нотаріуса з певним рішенням. Независимо от того, прописано это будет или не прописано в договоре, после смерти отчуждателя, то есть лицо, которое ну, содержалось за вот, то есть отчуждатель, то лицо, которое получило собственность, оно обязано будет похоронить это лицо за свой счет. То есть независимо от того, прописали это в договоре или не прописали, по закону так. Хто є сторонами договору, ми, власне, вже на це відповіли, до вічного утримання. І чи є визначений строк дії такого договору? Ну, договор у нас пожизненного содержання, тому він діє в течение жизни лица, которое содержится. Но важно отметить такой нюанс, что если в случае, допустим, если лицо, которое получило собственность, да, оно, например, тоже какое-то повредило, допустим, это имущество, либо причинило вред здоровью, там, моральному, психологическому этой стороне, которая отчуждатель, да, то в этом случае потом еще может, ну, то есть существуют разные нюансы, что потом еще будут дети или родственники того лица, которое получило в собственность, да, еще могут возмещать какой-либо ущерб и оплачивать разные, ну, то есть суммы, материально поддерживать это лицо. То, власне, зі смертью відчужувача припиняється дія цього договору. Чи визначено в законодавстві таке поняття, як захист про интересы відчужувача? Да, прописано. Основной защитой является то, что прописано в договоре все эти положения, вот, а также, что вот именно у нас существует, когда мы право собственности, оно подразумевает три основные компонента. Это владение, пользование и распоряжение. Так вот, владение, то есть это то, что у меня есть, да, оно мое. Распоряжение – это вот продать, подарить, сдать в аренду. И именно вот этот вот момент, то есть распоряжение, до момента смерти отчуждателя у лица, которое ухаживает, у него нет. То есть на момент договор может быть заключен, и всю жизнь, пока он содержит отчуждателя, да, это лицо,
Оно не имеет права ни продать это имущество, ни сдать в аренду, то есть не распоряжаться каким-то образом на свое усмотрение. Помимо этого, в договоре еще может быть прописано то, что отчуждатель продолжает жить в этом имуществе, продолжает, то есть, как бы, пользоваться этим имуществом, потому что как бы, ну, изначально полноправный. То есть здесь вот именно право собственности передается. И это обезопасить со стороны государства, закона, обезопасивает нашего отчуждателя. Ну, тобто, згідно з законом, певною мірою він відчужувач захищений, його інтереси захищені. Ну, давайте таке цікаве питання, позитивні і негативні сторони. Давайте почнемо з договору дарування, а потім договір довічного утримання. Які у нас существують плюси і мінуси? Да, перше, то есть, це договір, він обов'язковий в письменній формі, нотаріально удостоверюється, якщо ми говоримо о дорогостоящих, да, то есть, якщо ми говоримо об имуществе, а це обов'язково. Второй момент, що договір, він сложно оспариваемый. То есть, если для человека, который получил в дар, ему как бы это в плюс, потому что если соблюдены все условия сделки договора, то в этом плане проблем не будет. Вот. Если говорить о минусах для того человека, который подарил, для него, то есть, опять же, для него это будет минусом, то, что да, у нас исковая давность в один год, а также минусом будет, если он в полном объеме не понимает, что это значит, то есть, если он подарил, то с этого момента это уже не его собственность, с этого момента общение между сторонами, ну, это их моральные какие-то, да, то есть, они могут, да, потому что бывает очень часто, когда приходят потом вот пожилые люди и говорят о том, что я вот думал, что я подарил, и за мной будут ухаживать, помогать, ну, да, как родственники, там, дети, внуки из морально-этических каких-то побуждений, ну, они обязаны, да, содержать своих, там, родителей, взрослых, пожилых, вот, а со стороны сделки не обязаны. И законодательно не обязаны. Даже если человек говорит, что он всю жизнь потратил на приобретение этого имущества, там, получил за какие-то свои заслуги, трудовую деятельность, но в этом случае подписал договор, вот, и подарил. І з цього моменту... І все. Да. На це треба зважити, аби укладати договір дарування. Даже буває так, що от, коли отримав право собственності в дар, то есть то лицо, оно даже може виписати того человека, навіть который так, подарил, да. То без потом, згоди навіть? Ну, если лицо не проживает там, то без согласия. Если проживает, то проблематичнее будет. Так, інші плюси і мінуси, негативні сторони договору довічного утримання. Да, пожизненное содержание и уходы, здесь идет максимальная защита отчуждателя, потому что прописывается детально в договоре все условия. Для лица, которое получает то есть, отчужденное имущество, для него менее защищенное положение, потому что если какой-то из пунктов в договоре не соблюдается, отчуждатель имеет право или в судебном, то есть имеет право в судебном порядке вернуть все назад. То есть ему имущество возвращается, если не соблюдены были условия, а то лицо, которое уже содержало какой-то период после того, как договор был заключен, оно никаким образом не получит свои вот эти вот денежные средства, которые или там морально-психологические, то есть усилия, которые были уже затрачены на содержание того лица. То есть это основные. Также можно отметить, что это тоже письменная сделка, нотариально заверяемая. Вот. Но здесь оспаривание у нас существует исковая давность в 3 года с момента. Ну, а по сути получается, что если договор пожизненный, то если какие-то положения в договоре не соблюдаются, то лицо может сразу же объявлять, ну, в суд обращаться и расторгать данную сделку. Скажите, актуальність цього питання, наскільки часто звертається до центру з цим питанням? Я так розумію, люди похилого віку звертаються з питанням, що краще, да? З чого ми починали, власне, нашу розмову. Актуальність і чи можу ваші працівники відповісти, що краще? Ну, ми відповідаємо, ми стараємося відповідати в залежності від потребності, да, того чи нового клієнта, що вони розуміють взагалі. Тобто ми стараємося роз'яснити, що за цим стоїть, за цими двумя положениями. При этом, что они хотят получить для себя. То есть это в первую очередь, потому что нельзя сказать, что этот более там, выгодный или тот более выгодный, в зависимости от того, что на данный момент или в будущем планирует лицо. Это во-первых. Обращаются, да, обращаются за консультацией именно за разъяснениями по вот этим вот положениям договора. Также еще хотела бы отметить, что вот если договор дарения оформляется, там еще мы оплачиваем, то есть налоговую у нас идет еще, мы платим налог, вот. Так вот, по договору дарения там для родственников
родственникам, то есть если дарится, это заключается договора с родственниками, там идет, по-моему, 5% от суммы этого имущества. И то есть там немножко меньше налогообложения. Угу. По договору по жизнесодержанию ухода оно дороже. Поэтому, возможно, и люди обращаются, то есть обращают на это внимание, потому что материальный компонент. Разъясняем, опять же, то есть что они хотят? Четко понимать, если договор дарения, то право собственности при жизни у лица, которое дарит, уже заканчивается. Да? То есть оно, если мы говорим про договор по жизнесодержанию ухода на протяжении, да, то есть после того, как мы его заключили, то лицо в случае, который отчуждатель, да, бабушка, дедушка, угу. То есть пожилое лицо, если в случае договор не соблюдается, они имеют право расторгнуть этот договор и вернуть свою собственность. Но опять же, и один договор, и второй договор, по сути, это свое право собственности они передают. Ну, это нужно mm-hmm. понимать. Потому что договор дарения это, по сути, договор купли-продажи, просто деньги не передаются. То есть это понимать. А вот договор по жизнесодержанию ухода, там четко предусмотрено, то есть там содержание. Вот mm-hmm. не зря он называется содержание и ухода. Mm-hmm. И это основной нюанс. Ми говоримо, що приходять до вас, запитують люди, ставлять запитання, люди похилого віку, а люди середнього віку, молоді, можуть звертатися? Чи цікавлять їх ці питання з боку, саме якщо вони виступають з боку відчужувача? Бувають такі випадки? Ну, от можна сказати так, що от останнє время, от якраз по договору по жизнесодержанию ухода і дарення, от іменно, що лучше заключить, обращаються якраз от пожилі люди. А молодежь обращается по поводу договора дарения, но здесь не конкретно в частности содержание лиц, а просто узнать, что такое договор дарения и какие бывают правовые последствия. То есть, ну, потому что как бы это важно. При нотаріальному оформленні важливо, який це нотаріус, державний або приватний? Ні, це не треба звертати увагу. Це абсолютно не важливо, то есть як вам удобно, ви можете обратитися і к частному нотаріусу, і к государственному, это как на усмотрение, это нет никакой привязки к закону, это лично ваше убеждение, усмотрение, как вы считаете нужно. Які документи ще потрібні для того, щоб отримати один договір і другий? В любом договорі, как и в дарении, так и в пожизненное содержание ухода, основное является то, что отчуждатель, либо то лицо, которое дарит, у него должно быть оформлено надлежащим образом право собственности. То есть мы можем подарить только то, что принадлежит нам. Угу. Если это не принадлежит нам, то мы не можем это подарить. Или если принадлежит нам частично, в зависимости от этого уже, если, допустим, несколько собственников существует, то мы можем подарить часть с разрешения собственников, если за дарение говорить. Если говорить по жизненному содержанию, здесь как раз вот можно отметить, что бывает не только одно лицо, которое получает, то есть, в интересах его отчуждено имущество. Это могут быть несколько лиц, и они будут нести солидарную ответственность. То есть они будут солидарно, они должны будут вместе содержать и ухаживать за тем лицом, которое им передало это имущество. Ну, тоже це також в договорі має бути прописано, що якщо солідарна відповідальність. Да. Так, зрозуміло. З документами, куди необхідно звертатися для отримання безоплатної правової допомоги або без документів. Да, скажіть, будь ласка. Как бы, да, к нам обращаемся, если вам необходима консультация, это первичная правовая помощь, то в этом случае необходим только паспорт, вот, и вас сразу проконсультирует специалист центра. Если необходимо представительство интересов в суде, либо перед другими лицами, составление разного рода запросов, жалоб и так далее, то в этом случае необходимо предоставить документ, подтверждающий то, что вы имеете право на бесплатную правовую помощь, согласно статье 14 закона о бесплатной правовой помощи. А это именно если это малообеспеченные лица, то они предоставляют справку о доходах за последние полгода. Если это инвалиды, у них тоже справка об их доходах. Участники боевых действий предоставляют посвидчение, свое удостоверение. А также если это люди, у которых есть особые заслуги перед Украиной, перед нашей Родиной, то есть опять же это удостоверение. А также у нас предусмотрено законодательством лица, которые не получили статуса участника боевых действий или не получили статуса внутренне перемещенных лиц, то они имеют право обратиться для получения этого статуса. И маєте ще можливість адреси сказати, телефоны и адреси. Да, мы, если в городе Николаеве, то мы находимся по адресу город Николаев, улица Образцова, 4А/2, контактные телефоны 47 20 90, 47 20 91.
А если в районах, у нас существует обособленное подразделение Бюро правовой помощи в городе Очакове по улице Торговая, 44, в Березанке улица Центральная, 41, Ольшанка у нас находится бюро в Варварах и по улице Очаковская, 142, и в городе Новая Одесса по улице Ленина, 179. Дякую. Дякую за інформацію. Сьогодні ми говорили на тему договір дарування чи довічного утримання догляду. У нас в студії була Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.